Всем привет, друзья! На канале давненько не выходило обзоров на маленькие самоделки. В последнее время я строил только громоздкие автоматы для продаж. И вот сегодня, чтобы разбавить эту обстановочку, я построил вот такой вот маленький пинбол из лего. На моем канале уже есть две версии пинбола, но они очень большие. А сейчас я сделал такой вот маленький карманный пинбол. Благодаря своим небольшим габаритам он поместится в любой карман сумки, рюкзака или даже обычных штанов. Его можно взять с собой в какое-нибудь путешествие и в дороге поиграть, ведь он очень маленьких размеров и достаточно удобный. Играем мы с помощью двух кнопочек и с помощью шарика. Самое главное, чтобы шарик подходил под размер. Если мы попадаем в верхнюю дырочку, то мы выигрываем. Наша задача туда ее забить. И задача не уронить в нижнюю дырочку, тогда мы проиграем. Шарик я храню в таком кейсике. Стоп, а где шарик? Подождите, а где шарик? Все. Я последний раз перед видео играл, я оставил его там внутри. В общем, вот шарик такой я сделал из фольги, ведь обычный шарик туда не подойдет. Мы его ставим вот сюда и начинаем играть. Как видите, я сейчас проиграл, и играть достаточно сложно. А если тренироваться, то ты сможешь побить все рекорды. Сейчас я попробую поиграть в этот пинбол на ваших глазах. Прямо сейчас тебе я покажу, как собрать такой маленький пинбол пошаговой инструкцией.
вот и все, дорогие друзья. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Toymotion Studio. Всем пока!